Мы уже рассказывали о том, как в рамках действующей государственной краевой целевой программы «Дети Кубани» получают жилье дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. И вот новое радостное событие. В торжественной обстановке ключи от новых квартир были вручены 20 молодым славянцам. Подробности об этом событии в репортаже, открывающем нашу информационную программу. Славянский район, активно участвуя в реализации краевой программы, обеспечил с 2009 года собственными квартирами более 200 ребят. Из краевого бюджета на эти цели было направлено порядка 230 миллионов рублей. Программа хорошо работает и в нынешнем году. Об этом убедительно свидетельствует это радостное событие. Новые возможности и перспективы открылись перед 20 славянцами, которые получали ключи от квартир. Они были приглашены к главе Славянского района, который сердечно приветствовал будущих новоселов. С этой программой, я считаю, Славянский район хорошо справляется. Вот как было уже сказано, в Славянском районе 236 квартир было предоставлено. В этом году 28 квартир. Мне приятно, что вы именно те люди, которые, именно те наши дети, которые получаете сегодня эти квартиры. Потому что считаю, что главное в жизни, конечно, это образование, главное в жизни – это крыша над головой. И вот эти главные вещи в вашей жизни, я считаю, что благодаря этой поддержке они будут выполняться. Поэтому я вас всех поздравляю. Хотелось бы, чтобы вам в этих квартирах было комфортно. Глава Славянского района Роман Синеговский вручил приглашенным заветные ключи. За участие в судьбе детей-сирот Романа Синеговского от имени всех новоселов поблагодарила Оксана Серкина. Ей, как и всем остальным участникам церемонии получения ключей, трудно было сдержать радостные чувства, которые ее просто переполняли. Я очень счастлива. Ведь теперь у меня начнется новая жизнь, она начнется в новой квартире. Спасибо большое за внимание и за помощь. И от имени всех новоселов я искренне хочу поблагодарить вас, Роман Иванович, за участие в судьбе детей-сирот. Ведь каждый человек нуждается в поддержке, в доме и семье. А ваша доброта, стремление помочь каждому позволяет нам быть уверенными и смело идти по дороге жизни. Оксана Серкина уже осмотрела свою новую замечательную квартиру в современном доме в поселке Афипском Северского района, расположенном недалеко от краевого центра. И осталась очень ей довольна. Удобная планировка, отличная отделка, хорошее расположение дома. Все эти плюсы обеспечивают комфортное проживание. Все 20 квартир по желанию каждого из новоселов приобретены в этом новом доме. Виктор Боровиков очень благодарен за помощь в получении жилья и рад, что у его семьи будет собственная крыша над головой. Квартиры очень-очень красивые, мне очень понравилось. Я буду жить там со своей семьей, у меня двое детей. Я хочу сказать большое спасибо. У счастливых новоселов есть уже собственное жилье, что открывает перед ними новые возможности для спокойной и благополучной жизни. А что может быть важнее для нашего общества? Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».